Привет, легендарные внучата, с вами Бабка Шоу, и это новое видео всех вещей в Роблоксе. Это уже пятая часть в 2024 году, где мы получаем абсолютно каждую вещь, и суммарно мы получаем около 500 вещей в Роблоксе. Поэтому, посмотря каждую часть от начала до конца и пройдя все ивенты, вы сможете получить очень много бесплатных вещей. Но перед тем, как посмотреть этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте свой лайк. Погнали, легендарные внучата, получать еще несколько вещей. Давно хотел себе крутые вещи, робуксы, да и в целом донат на аккаунт? Тогда переходи на Купикод Gold, где продается все. Купикод — это маркетплейс игровых товаров по пополнению на всевозможные доступные игры. Ты сможешь купить за низкую цену, за короткое время, при этом на проверенном сайте вещь в любой игре. Например, можешь пополнить Roblox, Genshin Impact, Clash Royale, Clash of Clans, а также огромное количество других игр. Робуксы тут дешевле, чем у всех остальных, а ассортимент гораздо больше. Кстати, советую авторизироваться через ВК или ВКонтакте, чтобы гарантированно получать кэшбэк с каждого пополнения. Пополнение счета происходит в несколько действий. Просто, дешево, безопасно. Например, я решил купить робуксы. Ввожу свой e-mail, выбираю товар, ввожу промокод. Кстати, имейте в виду, что если вы пополняете Roblox, то обязательно привяжите к своему аккаунту вашу электронную почту. Для этого необходимо зайти на сайт Roblox и войти в свой аккаунт. И в настройках привяжи свою почту, либо проверь, чтобы ты ее написал правильно на сайте Купикод. А после оплаты тебе на почту придет подарочный код, который необходимо будет активировать. Делается это тоже в Roblox в специальном разделе, куда необходимо вводить коды с подарочных карт. Эти ребята делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Ну и конечно, промокод Бабка даст вам скидку 5% на пополнение любой игры, представленной на сайте Купикод Gold. Главное, не забудь его использовать, ведь можешь сэкономить. Купикод Gold — это просто, дешево и безопасно. Ссылку оставляю в описании и в закрепленном комментарии, а также свой промокод. Первая игра, в которую мы пойдем, вообще не является как таковым ивентом. Это просто игра, в которой можно получить бесплатные вещи. Называется она Robloxian High School, и сейчас я расскажу, как получить целых 3 бесплатные вещи отсюда. Выглядят они, кстати, вот так. Это вот такая вот подвеска, вот такая футболка и вот такие вот штанишки. Итак, для того, чтобы нам начать получение этой вещи, нам понадобится зайти в раздел под названием «Сервера», «Серверс», и здесь создать приватный сервер. Только на привате получится это сделать, вроде как. Ну, в общем, просто создаете бесплатный приватный сервер и на него заходите. Итак, появляетесь в этой игре напротив вот такой вот школы Robloxian High School. Забегаете в нее, пробегаете немножечко вперед, и далее здесь будет кабинет, который называется «Library», типа «Библиотека». Заходите в библиотеку, нажимаете на кнопочку Е и садитесь на любой из этих 3 стульев. Теперь просто нужно будет посидеть где-то 15 секунд. В этот момент вы можете вообще ничего не делать, то есть нам ничего не нужно. Нужно, короче, подождать, пока за нами, за спиной появится ключ. Это золотой секретный ключ, вот он. Теперь нам его нужно подобрать, забирайте этот самый ключ и бежите за мной. На самом деле не очень далеко нужно бежать, это комната janitor, уборщик типа. Вот, заходите в эту комнату уборщика, у вас пропадает ключ, но вы появляетесь в секретной локации с вот таким порталом, в который нам понадобится зайти. Ну а далее все очень просто, нам понадобится пройти паркур. Ребята, паркур на самом деле достаточно простой, ничего в нем сложного особо нет, поэтому сейчас вместе со мной проходим вот этот вот паркурчик. И, в общем, как-то так, да. Этот паркур несложный, все, что вам понадобится сделать, это не падать. Если вы падаете, ничего страшного, здесь есть чекпоинты. Вообще, в первом обновлении здесь чекпоинтов не было, поэтому я лично проходил этот ивент. Он был где-то в 5 раз сложнее, вот здесь тоже было много других уровней, еще более сложных. Поэтому сейчас, ребята, это просто халява. Все очень легко проходится, и этот паркур вообще не является для вас каким-то сложным испытанием, я думаю. Потому что даже я прохожу, прикиньте, вот я упал, ничего страшного вообще. Короче, вернусь, как только пройду паркур. Все, ребята, остался самый последний этап. Как по мне, он самый сложный, потому что тут я чаще всего проигрываю из-за того, что тут какие-то яйца спавнятся. Ну, в принципе, мы прошли легко. Теперь спрыгиваем вниз вот таким образом и попадаем в секретную локацию, в которой понадобится забрать вот такую подвеску. Все, после того, как вы, ребят, собрали подвеску, у вас в инвентаре появится вот такой костюм и вот эта самая подвеска, которую вы забрали. 3 бесплатные вещи вы получили, поздравляю. Итак, сейчас покажу тебе следующие 4 ивента, и я не зря говорю, что их 4, потому что они абсолютно одинаковые и практически от друг друга ничем не отличаются. Короче, как сейчас в них зайти и вообще как в них получать бесплатные вещи? Их есть всего 4, как я уже и сказал. Это Roblox Creator Challenge с книгой, Roblox Creator
Creator Challenge с динозаврами, Roblox Creator Challenge с космическими кораблями, и немного ниже есть Roblox Creator Challenge, точнее он называется Creator Challenge Quiz, с вот такой вот башней, короче, всего их 4, а все остальные это фейк. Так вот, друзья, как же их проходить? Тут есть Roblox Creator Challenge с книгой, начнем, наверное, с него, я покажу на его примере, как проходить все 4 игры. Они проходятся абсолютно одинаково, поэтому посмотрите, как проходить одну и поймете, как проходить все 4. Итак, смотрите, как это работает. Мы с вами появляемся в игре, и у нас есть 3 челленджа на выбор. Конечно, второй и третий у вас будут закрыты, будет открыт только первый. Вы в него заходите, и вам начинают задавать вопросы, прям как в школе. Но здесь вообще париться не надо, если вдруг вы неправильно отвечаете на вопрос, то вам просто, короче, напишут... сейчас, блин, я на все 3 вопроса правильно ответил, короче... Ладно, если вы на все вопросы отвечаете правильно, то после того, как вы ответите 3 раза правильно на вопросы, вам дадут бейджик и дадут первую бесплатную вещь. Далее вы заходите во второй челлендж и снова вопросы. Получается смысл всех этих игр, что нужно отвечать на вопросы правильно. 3 правильных вопроса, и вы переходите в следующий раунд. За каждый раунд вы получаете бесплатную вещь. Здесь вот, например, написано, какой-то вопрос на английском языке, я даже не пытаюсь разобраться. Нажимаю на кнопку True, и если все правильно, то мне напишут, что мой ответ был правильный. Правильно, но только что-то у меня почему-то ничего не происходит. Давайте false попробуем ответить. Понял. Так вот, я снова вернулся сюда, и мне задают вопрос. Я здесь ответы и так знаю. Так, true нажимаю на кнопку, и здесь тоже true нажимаю. Все, супер, ребят, второй раунд я тоже легко прошел, вообще без ошибок. Ну ладно, давайте здесь хотя бы попробуем один раз ошибиться, чтобы показать вам, что нужно делать. Так, здесь true. Короче, ребят, я без ошибок прошел, сори. Но если вдруг вы ошибаетесь, вообще ничего не происходит. Вам просто дают перепройти тот же самый вопрос. Вы так можете бесконечно перепроходить, но в любом случае 3 раза отвечаете правильно, и все будет супер. После того, как все 3 раунда прошли, выходим из этой игры, потому что больше нам здесь ничего не надо. И заходим в следующую игру, Roblox Creator Challenge с динозаврами. Здесь, ребята, тоже все абсолютно идентично. Заходите в первый челлендж и начинаете отвечать на вопросы. Какая кнопка дает вам тестировать игру? Короче, здесь я тоже уже знаю все ответы. И поэтому просто, вот видите, вот, был неправильно, я неправильно нажал, просто выбираю другой вариант, и теперь все окей. Здесь нажимаю, все окей, ребят. То есть, если вы ошибаетесь, вам дают тот же самый вопрос еще раз пройти. Так, здесь мы выбираем вот этот вариантик, здесь выберем террейн, например, нет, неправильно. Так, каждые 10-15 минут, и анчор, допустим, да, все супер. Смотрите, теперь, когда вы проходите 2 челленджа, вам дают одну вещь, вот в этом конкретно, в этой карте. Потом проходите 3-4, вам дают еще одну вещь. 5-6 еще одну вещь дают. После того, как все это прошли, выходите, и далее понадобится зайти в Roblox Creator Challenge с вот этими самолетами и в Roblox Creator Challenge с вот этой башней, короче. Все ссылки оставлю в описании. Проходите все эти 4 ивента и получаете много вещей в Роблоксе. Ну и, друзья, огромное спасибо хотелось бы сказать вам за просмотр этого видеоролика. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Гудбай, легендарные внучата.